а Дмитрий квартиру себе купил? А он суши ведь еще любит, да? Ну, суши, национальная японская еда. У меня есть ему отличный подарок. Это набор для суши на 2 человека. В наборе 2 пары бамбуковых палочек, специальные керамические подставки для палочек и 2 тарелочки для суши. Палочки в черном цвете. Подставки под палочки и тарелочки сделаны из белой керамики и с красивыми стеблями бамбука. Мне кажется, дарить суши наборы на новоселье может стать хорошей традицией. И не забудь сказать «Дарю!»